Я всегда говорил, говорю и буду говорить про одну и ту же позицию. Я против того, чтобы возникало большое количество разных мелких политических партий. Я за то, чтобы была одна большая левая партия, которая является коалицией всех сил левой, социал-демократической, коммунистической, какой угодно другой левой ориентации. И я считаю, что в этой коалиции должно принимать участие и КПРФ, и «Справедливая Россия», и «Левый фронт», и любые другие вновь создаваемые организации. Поэтому очень много будет зависеть от того, как будет дальше развиваться инициатива коллег Гудковых. Я их всегда поддерживал и поддерживаю в их политической деятельности. Просто очень важно, чтобы был найден баланс между своей собственной политической повесткой дня и интересами левого движения в целом. Я против дробления сил.